Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть канал Хабибов. Он снимает годный видосик, а именно ловля имущества, походы в казино, покатушки и не только. На его канале вышло новое видео. Всем советую посмотреть. Почему? Потому что здесь проходит конкурс на 1 миллион. Подобная информация именно есть под этим видео. Ссылочка на его канал будет в описании. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе и желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холли Плей. Первый сервер, моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте моник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня будет интересная серичка, связанная с рыбалкой. Подробно вам все расскажу, покажу насчет этой рыбалки, потому что, я думаю, многие не выкупают вообще, что там делать. Выгодно это, невыгодно, я на себе это все испытал. И сегодня я вам все расскажу. На фоне кирпичной стены я стою просто так, если что, это не подъеб кое-какого ютубера, я просто дошел вот такую вот стену, и то это колода, колонна такая, которая держит мост, ну да ладно. И на Феррари сегодня будем, кстати, блин, вообще не жалею, что купил, реально. Да, номера дерьмо выпали, хрен с ним, ничего страшного, но так тачка очень кайфовая и очень мне нравится. И, ну что ж, поехали, покажу вам, с чего вообще нужно начинать, чтобы рыбачить. Итак, в первую очередь вам нужно найти место рыбалки. Это можно сделать легко. Пишите GPS, общественные места, листайте в самый низ. И вот 26-й, предпоследний, то есть причал для ловли рыбы. Вот, нажимаете вот так вот. Все, у вас, по идее, GPS находит это место. Вот, нам нужно просто подвигаться. И у нас появляется якорь такой на карте. Вот этот якорь, я думаю. Да, вот он, вот этот якорь. Вот эта пристань. Но что нужно в первую очередь сделать? Нам нужно поехать вот в это 24/7 напротив Анашана. Не, можете в это поехать, но если что, вот это 24/7 нашей ФМЭ. Всем свет сюда есть, потому что оно ближе всего к причалу, как бы. И я расскажу, почему именно к нам лучше всего ходить в бизнес, как бы. Это не реклама, ну хотя можете, блядь, считать, что это реклама, ну хуй с ним, ладно, короче. Вот вы приезжайте к Анашану, блядь, думаю, тоже все знают, где Анашан. Вот Анашан, вот, блядь. Чуть рыбу не вышел. Короче, вот Анашан. Вот южный мосток. Проезжаете, спускаетесь. И вот здесь Анашан. И здесь идет дорога. Смотрите, едете дальше. Вот так едете, короче, здесь. Доезжаете, поворачиваете. В принципе, я думаю, это все знают. Всем это понятно, но покажу для тех, может, для новичков. Рыбу можно ловить с любого уровня, если что. Как бы, поэтому не переживайте. Все. Вот, едем сюда, короче, и покупаем себе, так сказать... как он называется, удочку и как наживку, короче. Вот 24/7, в GPS его нету, потому что GPS очень дорого стоит, но так, думаю, вы найдете. Вот возле воздушного шара, возле колеса, короче, вот здесь находится 24/7, к нему ближе всего бегать, если что. Так, расскажу вам. Так, смотрим, короче. Так, вот, заходите, короче, в магазин 24/7. Сейчас что-то лагает, да, сервер. Так, вот. И здесь есть удочки. Вот, самый низ листайте, здесь есть удочки. Есть удочка за 5000, за 25000, за 50000. Если вы не рыбачили, если у вас маленький скилл, то вы сможете только купить удочку за 5000. В принципе, да, вы ее покупаете. У меня она не была куплена, это хорошо. И покупаете удочку и покупаете наживку, в принципе. Так, ну и, соответственно, мы покупаем наживку. Вот, наживка 1500 стоит. Все, покупаем и погнали. На самом деле, финка, блин, очень была большая, когда только вот это обновление добавили с рыбалкой. Финка реально была очень большая. И, блин, это реально радует меня, то, что реально большая финка. Видите, здесь просто все закупаются. Реально большое спасибо, кто закупается именно здесь. Это семейный бизнес, кто не знает. Вот, даже финку вам могу показать, я не скрываю. Вчера финка была, короче, за вчера и сегодня утром бизнес принес, короче, 700 тысяч. Я вам скрины вставлю, если что, просто финка обновилась, точнее, были рестарты сервера, и поэтому финка полностью не сохранилась, но скриншоты я вам, в принципе, покажу. Это ничего страшного в этом нету, скриншоты я вам покажу, вставлю. Как бы, а так, сегодня за сегодня бизнес принес... 186 тысяч, я думаю, довольно-таки неплохо. Я, на самом деле, заколебался товары привозить.
Вчера я 3 раза привозил товары, и сегодня привозил 1 раз 900 товаров. Я утром зашел, и было всего лишь 100 продуктов. Так, QQ. Было всего лишь 100 продуктов, и поэтому мне пришлось привезти 900 продуктов. Ну, стараюсь для вас, пацаны, блин. На самом деле, да, финка вся идет в Фому, если что, кто не знал. Я когда снимаю деньги, вся финка автоматически идет в Фому. Поэтому себе в карман ничего не ложу. Как вы можете понять. Так, глушим машину, все, паркуемся, я думаю. Тачка закрыта у нас, все, теперь бежим к причалу этому и прописываем специальную команду. Сейчас, кстати, покажу, какой у меня же скилл и расскажу вообще, для чего нужен скилл. Вот, вы приходите сюда, пишите команду fish. Здесь можете почитать, как ловить рыбу. Кто не знает, в принципе, я думаю, это понятно все. Если вы никогда не рыбачили, вы прописываете команду fish. В любом месте вы можете посмотреть, как ловить рыбу. Поэтому, я думаю, это объяснять не нужно. Окей, здесь еще есть статистика, какую я сейчас вам покажу. Вот, статистика ловли. Я за все время словил 144 килограмма. Кстати, максимально можно в рюкзаке, чтобы было 100 килограмм. Я вчера это на себе проверил. И за 100 килограмм мне, по-моему, заплатили 34 400. Я тоже скриншот вставлю, если что. Я не знаю, выгода это или нет, но удочки, да, ломаются и заканчивается вот это... Кормёжка для рыб, короче, вот эта приманка заканчивается. Но если грамотно ловить, то, я думаю, будете уходить в плюс, в принципе, да? И чем дороже, я так понял, видите, я качаю скилл, у меня уже, кстати, второй скилл. Чтобы прокачать второй скилл, нужно словить 30 раз рыбу, а чтобы качать третий скилл, как вы можете заметить, нужно словить 60 рыбы. Я к этому стремлюсь пока что, ну, не очень так к этому стремлюсь, короче. Я, кстати, не знаю, как готовая рыба, я не знаю, как ее готовить на самом деле, но надо будет тоже чекнуть, либо выпишите в комментариях. Короче, да, вы пропишите вот такую вот команду, так, вот, становитесь вот здесь, пишите команду fish и начать рыбалку. Все, вас за все у вас делает анимация, вот. Вы начали рыбалку, вам пишется, и вы ждете, пока будет рыба. Так, мне надо отодвинуться, я думаю, и мышку положить вот так вот. Все, чтобы мне было удобно нажимать. Я вот мышку ложу прямо рядом с клавиатурой. Поэтому вам тоже советую, на самом деле, так удобнее. Потому что если... Невозможно, как бы много кнопок нужно нажимать. И я советую вам рядом и клавиатуру ложить, и мышку. Из-за того, что сир лагает... Вот, давайте, вот это колесико, кстати, N. Так, U, N... N, ПКМ, стрелочка, С, У, ПКМ. Так, ну и мы словили рыбу, кстати, видите? Калкан, 4,4 килограмма. Это довольно-таки круто, блин. Ну, на самом деле, не всегда получается ловить рыбу из-за того, что сервер лагает. Не знаю, как на других серверах, но на первом сервере жутко лагает, поэтому советую, кто играет на первом сервере, ловить рыбу, либо когда онлайн небольшой, в принципе, ну, то есть, там, после 12 часов ночи, либо, там, 6 утра и так далее. Так, идем дальше. Так, С, У, С, У, Н, ПКМ, ПКМ, Н, ПКМ. Это хуйня. Есть, еще раз ловил, видите? Я реально уже придрочился на самом деле, блин, стараюсь нормально ловить рыбу и качать тем самым скилл. Как бы максимум можно ловить с собой рыбу. И советую всем, вот смотрите, видите, сейчас фиш пропишу. Видите, у меня 47 килограмм. С этим, когда уже наловите 100 килограмм, уже тогда продавать. Нужно там по 10 килограмм возить, продавать в Батырево. Блин, потому что, ну это глупо, реально, это глупо. Лучше вот как я, наловили 100 килограмм, все, отвезли, продали, получили 34 тысячи, ловите дальше. Обратно словили 100 килограмм, ну то есть наловили 100 килограмм. За раз вы, конечно, столько килограмм не словите, но я думаю, это вполне все понятно и заебись. Так, ну видите, в этот раз у меня не получилось рыбу словить. Да, ну не всегда везет, конечно же. Иногда удочка ломается, потом вот это заканчивается наживка. И нужно всегда покупать. Поэтому, пацаны, советую всем закупаться в нашем семейном бизнесе на первом сервере, вот, 24/7. Он ближе всех, в принципе, вход бесплатный. Все для своих, короче. Так, N, PKM, N, PKM, N. Стрелочка. А, не успел, короче, видите, надо все быстро делать. Ну, стараемся, что, стараемся, пацаны. Как бы качаться, я думаю, легко. Поэтому можете приходить. Блин, здесь вы в плюс большой не уйдете, пацаны. Я вам сразу говорю, здесь нужно уметь. Реально здесь нужно уметь, нужно успевать клавиши нажимать. Поэтому вы здесь в плюс прям большой не уйдете. Поэтому нужно рассчитывать, что реально, я считаю, что это самая гобная обнова просто за последнее время.
Вот именно это охуенно. Блин, видите, обратно я не успел словить, поэтому как-то так. Но реально это круто. 100 килограмм, 34 тысячи, я думаю, это вполне себе нормально. Я чисто работаю не ради денег, на самом деле, а для души. Мне очень нравится, я хочу прокачаться до большого уровня рыбака, чтобы потом покупать удочку за... Да, я кнопку нечаянно ту нажал. Покупать удочку за 25 тысяч, за 50 тысяч. Кстати, что дают эти удочки? Они будут не так часто ломаться, и, по-моему, можно будет словить еще больше рыбы, если не ошибаюсь. Ну, вроде бы так мне другие игроки говорили. И видите, здесь людей как бы, ну, сейчас мало людей, а так вчера человек 20 сидел так стабильно, 10-20 человек сидит и ловит рыбу, поэтому, блин, это очень круто, и реально есть теперь чем заняться, и это очень круто, реально. Давайте сейчас попробуем еще раз рыбу словить, и потом, не знаю, поеду, наверное, покажу, где продавать эту рыбу для тех, возможно, кто не знает. Так, я решил чисто, вот, видите, я наловил сколько рыбы. Я решил чисто на своем примере вам рассказать все, что не просто, да, прийти, блядь, рассказать какую-то хуйню, а именно на личном опыте все рассказать как есть, дать вам, возможно, какие-то советы, еще что-то, поэтому я не знаю. Так, нажимаем. N. А, видите, не получилось, короче, да. Ну ладно, в принципе, давайте я вам уже и так показал, как ее ловить, в принципе, это все понятно, вы можете почитать об этом. Так, сколько у нас рыбы, давайте посмотрим. У нас, кстати, вот скилл качается 34 из 60. Я хочу прокачаться до 3 уровня. Возможно, мне уже будет доступна какая-то удочка. Но пока что мне, как и всем, доступна удочка только за 5000. Рыба у нас в рюкзаке 47 тысяч. Ну, ой, 47 килограмм. Нам заплатят примерно, ну, тысяч, наверное, 15. Поэтому сейчас поедем, посмотрим. Вам на личном примере, короче, покажу. Так, еще раз расскажу для тех, чтобы кто будет играть на первом сервере, либо на других серверах, что если у вас закончилась наживка, либо сломалась там удочка, какой-то дал меня дэмит, прикольно, блять, кому-то делать нехуй, походу, да? Давай читаем, сделаем. Молодец, прям на видео. Просто красавчик, реально, просто молодец. Прям на видео меня задеймил. Красавчик просто. Молодец просто. Слов реально нету. За плюс сэшл. Молодец. Ну, вареник, братан, получишь и все. Как бы я на таких внимания не обращаю даже. Так, кстати, лайфхак для тех, кто не знает, как, типа, добраться с одного места до другого. Просто хоть в автосалон, и вы можете арендовать любой транспорт. Сейчас что-то дешево возьмем и доедем просто до Феррари. И там уже поедем в Батырево, продадим эту рыбу. Как бы, да. Давайте забегаем, короче. Что-то дешевое купим, ну, арендуем точнее сейчас. Ну, какой-то мотик, короче, арендовать надо, и все. Можно вообще, кстати, скутер арендовать, вот. 750 рублей, все, арендовали скутер, все, спокойно можно ехать на нем куда угодно, его можно открыть, и у вас никто его не спиздит, если что. Такой лайфхак для некоторых, кто не знал, возможно, что есть аренда такая. И, как бы, цены не очень дорогие, поэтому можете спокойно арендовать. Так, вот у нас скутер появился черный. Все, открываем лог 2, закрываем его и спокойно, короче, доезжаем. Так, продолжаем, короче, для тех, кто не понял, что я хотел сказать, то, что, блин, если у вас закончится, либо сломается удочка, либо закончится наживка, то вы просто прибегаете сюда и закупаетесь. Я думаю, лучше бежать сюда, чем бежать аж туда, поэтому, ну, вы знаете, короче, что делать. Я стараюсь завозить продукты каждый день, чтобы вам потом не пришлось далеко бегать аж туда, потом и так далее, поэтому... Да, финка мне капает, я этого не отрицаю, но все уходит на семью, как бы, если что, я себе ничего в карман не ложу. Поэтому как-то так. Конечно, да, рыбалка это не прибыльно, но это зато интересно. И возможно, я вот так думаю, если хорошо прокачать скилл, то вам будет ловить рыбу проще намного, и я думаю, быстрее и больше. Поэтому, блин, я считаю, стоит этим заняться и покачаться. Ну, лично я буду качаться, ловить рыбу. Ну, и вам, конечно, советую. Но это дело каждого. Но я хочу прокачаться хотя бы до 3 уровня рыбака. И посмотреть, возможно, мне дадут уже удочку. Можно будет брать за 25 тысяч. И посмотрю, какая же между ними разница. Ну, и, возможно, сниму об этом видео, если вы, хотите, и вам это интересно. Ну, а так, блин, это чисто для души. Это... Самая нормальная обнова, которая была за последнее время. Реально, рыбалка мне очень понравилась. Пишите в комментариях, вам тоже нравится рыбалка или нет. Ну, а сейчас мы направляемся в Батырево, покажу, где продавать эту рыбу. Я специально решил записать под такое подробное видео, чтобы рассказать вам, показать на своем личном опыте,
как все это делается, как бы, как все происходит вообще и так далее. Я думаю, я вам это подробно рассказал, показал, я думаю, вы все поняли, в принципе. Я не стал это записывать, знаете, когда только обновление вышло, когда я вообще сам в этом ничего не знал. Я вот плыл рыбу, блин, много рыбы словил, продал, и теперь могу поделиться всей этой информацией с вами. Я думаю, это заслуживает лайка, поэтому поддержите меня лайком, пацаны. Потому что я реально старался для вас, в принципе. Сейчас вам покажу, сколько я заработаю. Вот там, можете, сейчас цены, вот, видите, информация о ценах. В принципе, ух ты, ебать, цены, кстати, поднялись, смотрите. Было, по-моему, 235, а сейчас 435, блин. Это по ходу выхода, вот смотрите, сколько я сейчас, у меня там 47 килограмм, по-моему, было, да? Сейчас попробуем, видите, блин, рыба, по ходу, реально, блин, с каждым днем, типа, либо рыбу можно продать дороже, дешевле, блин, это круто. Так, продать рыбу, 47 килограмм. 20 тысяч, блин, ну неплохо, неплохо, в принципе. Я вот честно вам не могу сказать, сколько это времени у вас займет, типа, ловить рыбу. Надо сначала, так сказать, придрочиться. Ну, как бы, как это сказать, блин. Влиться в это, реально, чтобы вы знали наизусть уже эти клавиши и спокойно могли словить любую рыбу. У меня самого пока что это не получается, словить там любую рыбу. Но я, в принципе, стараюсь там качаться, чтобы уровень качался, в принципе, скилл мой. Ну, тем самым немного бабок зарабатываю за счет того, что рыбу продаю. Я думаю, я вам помог, обо всем рассказал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.